На ледяном поле Московского дворца спорта участники финального матча розыгрыша Кубка страны по хоккею. Спартаковцы столицы, они в темной форме, и ленинградские армейцы. Борьба на редкость упорна. Лишь во втором периоде москвичам удается открыть счет. 1-0. Ведет Спартак. Спартаковцы продолжают атаки на ворота соперников. И вновь добиваются успеха. 2-0. Ленинградским армейцам никак не удается перехватить инициативу. Счет растет в пользу спартаковцев. Лишь в последнем периоде, незадолго до конца игры, ленинградцы забрасывают шайбу в ворота москвичей. Но это уже не может изменить исход встречи. Финальный матч со счетом 5-1 выигрывают хоккеисты «Спартака». Второй год подряд они становятся обладателями почетного приза Кубка СССР по хоккею.